производим зачистку заключительную. Уже то, что ненужное, отсекаем, удаляем. Весь раствор выскребаем, чтобы товарный вид приобрела лестница. Вот приблизительно так делается. Все списаю, для того, чтобы было видно, где что выскребать, вычищать. Потом беру такой угольник. Тщательно где-то 1 сантиметр, чтобы было внутрь камня. Вот. И потом беру щетку. Для того, чтобы видно было, что я здесь сделал. Ну вот, когда я уже удалил все, теперь я могу взять щетку по металлу и пройтись немножко, почистить камушки. Чтобы бидон был хороший. Вот. Такая зачисточка уже пройдет. Вычищаем щеткой сначала. Сегодня большой ветер и даже холодно. Целый ветер. Немножко не совсем удобно поработать. Хотя, если я скажу вслух, какая температура сейчас, многие заулыбаются. На самом деле плюсовая температура, но холодно. Теперь я немножко щеткой по краю чистить. Процесс зачистки. Сначала вот чисто. Я называю уголок. Как правильно по-русски, не знаю. Потом просто берем щеточкой. Вычищаем щеткой. Хорошо. Еще раз проходимся, чтобы было это приблизительно 1 сантиметр вглубь камня. Смотрелось более-менее хорошо. Вот.
потом смотрим еще щеткой, металлической щеткой. Пройтись, где была неудачная ваша попытка. Вот. Теперь должно смотреться хорошо. Ну вот, ступенька вычищена. Таким образом получается потом красивый.